История болезни. Анастасия Заворотнюк обросла комом слухов и разных версий. Уже довольно давно никто из окружения звезды сериала «Моя прекрасная няня» не дает никаких комментариев о ее состоянии. Молчать даже соседи звезды по поселку Крюкшинам. Последний раз СМИ обновляли информацию о лечении актрисы год назад. Тогда в прессу попала новость о том, что Анастасия прошла очередной курс лечения в частной клинике. Накануне Заворотнюк исполнилось 53 года, но никто из членов ее семьи или близких друзей не оставил в сети поздравления для тяжелобольной именинницы. Взрослая дочь актрисы Анна не опубликовала ни слова о празднике матери. Пожелания скорейшего выздоровления писали только фанаты актрисы, за что ее наследница их сдержанно поблагодарила. «Спасибо большое за теплые слова», – нарушила дочь Заворотнюк молчанием. Говорят, родным актрисы сейчас не до веселья, так как состояние Анастасии продолжает ухудшаться. По одной из версий, актриса сейчас находится в коме. Якобы после многочисленных операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить Заворотнюк медикаментозный сон. Этим можно было бы объяснить тот факт, что никто из окружения не поздравил актрису публично. Ведь если Анастасия находится в бессознательном состоянии, то принять поздравления она в любом случае не сможет. Кстати, дочь актрисы своим недавним отъездом в Дубай лишь подогрела тревожные слухи. Стала бы Анна покидать Россию накануне дня рождения матери, если бы та находилась в сознании? Поклонники уверены, что нет, ведь каждый проведенный вместе семейный праздник для родных. Больной раком мозга Заворотнюк сейчас на вес золота. Пожелаем скорейшего выздоровления актрисе.